Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Кукла Чаки. Мы продолжаем играть. Как вы помните, в прошлой части мы именно вот в этом местечке остановились. И сейчас уже будем проходить, так скажем, вторую главу на кладбище. И не знаю, получится у меня это, не получится. Так. Ага, сюда должна быть книга какая-то. Надо ее найти. Достань фонарь, ты чё прячешь постоянно его, а? Так. Книга. Офигеть, а сфига ли мы вообще на кладбище какое-то попали? Это не кошмар ли какой-то наш? Да, блин. Веселух, конечно. Так, это что-то типа склепа тут будет? О! Подходит. С таким звуком. А я же слышал этого Чаки-монстра. Где-то в начале, как будто бы он был. Ага. Погоди. Нужно что-то в это место засунуть? А где это место? Место? Видите? О, нифига кирка. А, молоток это, не кирка. Так. Погоди. Вверх ногами. Ладно, короче... Видимо, мне в это место надо тащить сейчас молоток. Где-то шумел этот дебил. Ах, тут он же тут-то, ё-моё. Валим, валим. Музантика все угарная, конечно, здесь. Так, мне каждую могилку придется изучать, чтобы продолжить как-то прохождение. Или как? Ой. Мне это сейчас не нужно. Блин, походу, ребят, мы готовим какой-то ритуал. А что это за... Подожди. Не, я не в курсе. В каком-то месте должен быть перевернутый, видимо. Вот он. Офигеть, все гениально, четко. Ну, немножко громко, конечно, но ладно. Что? Что я взял только что? Книга! Так, ладно, я знаю, куда ее побежали. Но нам для чего-то еще свечи эти нужны, но не сейчас. Окей, до сих пор не сейчас, значит, мы, скорее всего, готовимся к какому-то ритуалу и... Ну, это типичный какой-нибудь ритуал этих, как его, культистов. Какую-нибудь снова фигню. А вон он, блин. А где было-то тут место-то? Тут же где-то, нет? Но он прям тут ходит, мне надо... Аккуратно. Стенд был. Вот он. Ну да, реально, я был прав. О! Выглядит так, как будто бы книга подошла. Ёкарный бабай. Офигеть. Ну, в каждой части нужно поставить свечку. Ну, окей. Потом, скорее всего, какой-нибудь нож найти, принести жертвоприношение кровью. Что это такое? А, мы отсюда пришли. Так, а я могу... сразу их все собрать, или мне нужно по одной их тащить? Не знаю. Ладно, давай попробуем найти хотя бы еще одну, чтобы уж наверняка. Вот я тут видел как раз в углу еще в другой части, помню. Ах ты, блин, каждую нужно перетаскивать. Ну ладно, окей. Понял. Но это будет немножко, конечно, долго, но давайте делать. По-другому как бы вариантов у нас нет. Есть. Давай вон за той сходим, она поближе все-таки. В это время где-то тут ходит эта кукла Чаки, которая меня хочет убить, но... У меня все ок. Как бы мы друг другу вообще абсолютно не мешаем. Блин, ну конечно, вот я не знаю, как тут по жизням. В прошлой части он меня один раз резанул, и у меня на всем экране кровь появилась. Но я не знаю, тут типа надо, чтобы несколько раз он меня порезал, и у меня будет плохая концовка, или вообще никакой концовки не будет, просто мы умрем. Вот как это, я не знаю. И еще я не знаю, где одна свеча находится, последняя, предпоследняя. Вот тут вот я ее уже вижу и помню, где она была. А вот где еще одна, это вопрос, конечно, придется немножко поискать. Так, ну может она, конечно, здесь внутри, но сейчас проверим. Отнесем сначала эту. Поставим нужное место. Но мне кажется, что-то еще по-любому для ритуала будет нужно. Так, давай внутрь сходим. Проверим. И потом в еще один угол, в котором я не так часто бывал.
Так, ладно, это мы выполнили. Нет, тут ничего, могу сказать так. Вообще издалека эта свечка должна светиться и быть... О! Ах ты, ё-моё, и видно. Блин, музон, конечно, вообще угарный. Эй, ты! А давайте мы его загоним прямо на центр. Вот угар будет. Так. Это будет очень красиво выглядеть. Такой мелкий балбес за мной бегает. Вообще смешно. Так, давай. Ага. Так. Ох, ё-моё, да тебя не видно даже было. Ты чё, блин? Там все в каком-то... Не знаю, в какой-то потусторонней силе, я не знаю. Какая-то фигня. А, что-то светится, вижу. Идем. Идем, идем, идем. Либо... Чё, мне показалось? Не-не-не, погоди-ка. А, во-во-во. Ну, конечно, наверное, показалось, но... Блин, я опять не на ту кнопку нажал. Но все равно в этой стороне у нас оказалось. Как темно, капец. Свечка. Ну, небо выглядит достаточно реалистично. Ну, давай, короче, смотрим, что у нас будет сейчас, ребят. Не знаю. Что теперь? Ах ты, вот, сейчас мне нужно... ты чё, дебила? Сам повелся. О, я его сжёг? О, нет. Ну, хотя мне пофигу. Мы должны, наоборот, радоваться. Но... Что-то мне подсказывает, что ему на это все равно. Так, и чё, это конец? Чаки. Да, это конец, ребят. Мы прошли. Ага. Я бы хотел еще посмотреть на плохую концовку, честно сказать. Как он меня вообще убивает, этот чел. Но пока что... Как вы видите, тут у нас титры. Давайте мы их пропустим и... Ну, точнее, не пропустим, я имею в виду в записи. А, нет, подожди, они уже закончились. Здесь разработчики туда-сюда, спасибо за игру. И что будет дальше? Алло? Так. Сейчас закончится и посмотрим. Просто, скорее всего, если я тут буду выходить, то у меня полностью из игры выйдет, а я этого не особо хочу. Так что мы сделаем немножко по-другому. И? Ага, все, мы в главное меню, я нажимаю New Game. Ах, да здесь можно сложность выбирать. Давайте Normal попробуем тоже ради интереса. Но я думаю, особо ничего не изменится. Ну, в плане, вот в начале... До того момента, пока мы с ним не начнем развлекаться туда-сюда. А что, свет уже есть? Не-не, его должны сейчас выключить, наверное. Да? Да. Логичненько. Так, ну давай сразу вниз. Потихоньку. Он должен тут сидеть, по идее. Да-да-да. Но он ничего не делает, все норм пока. Но, скорее всего, у него будет просто скорость побыстрее, а то на изи было совсем просто, уж больше мы над ним издевались, чем у нас настоящая какая-то битва была. Так. Есть. Ну и возвращаемся смотреть, что там с родителями. И после этого будет веселуха. Да-да-да, я забыл, что он тут проползает. Так угарно. А это падает? Не, ничего не падает. Так-так-так, мы идем на проверку, и потом... Посмотрим, как он меня там убил. А, тут ключ же нужен, черт. А вы не помните, где я его нашел? По-моему, я его нашел где-то на столе. Но не тут, что ли? Не, подожди, тут точно был один ключ, просто его сейчас нет. Блин, что за фигня? Все, нашел ключик, ребят, от комнаты родителей. Это реально родители, вот тут написано. И поэтому мы туда погнали. Фух, сейчас будем смотреть, насколько он стал шустрым и какая тут плохая концовочка. Потому что без плохой концовочки, в принципе, никуда. Открыли. Тут полные капурики настали. Да, ведь умудряется этот мелкий дебил. Так, ну чё? Ага. Опа-опа-опа-опа-опа. Да, смотри, пошустрее. Намного. Ах ты, блин. Ладно, давай, руби меня.
сколько раз? 3 раза надо, чтобы он меня порубил. Он открывает комнату, включает там свет. Ну, просто умер. Ну, ладно, окей, понятно. Я думаю, будет какая-нибудь концовочка. Короче, ребят, полностью прошли игру. В прошлой части были в доме, во второй части тут на кладбище. Сделали также хорошую и плохую концовку. Плохой как бы не было, но пофигу. Вот такая вот угарная игра. На этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем удачи и пока-пока. We'll be right back.